Накануне муфтий республики шейх Ахмад Афанди встретился с имамами, которые прошли курсы по совершенствованию ритуального омовения и намаза. Делегацию сопровождал заместитель муфтия Мухаммад Мангуев и председатель совета имамов Махачкалы Умар Асхаб Арслан Алиев. Шейх Ахмад Афанди выступил с напутственным словом в адрес имамов, чтобы полученные ими знания приносили пользу в их дальнейшей деятельности. Обращаясь к выпускникам курса, муфтий республики также подчеркнул значимость уважительного отношения к учителям. В завершении встречи богословы получили дипломы о завершении курсов. Человек может найти для себя оправдание. Это было там сколько-то лет, веков тому назад. Сейчас время ахир замана, поэтому нам простительно. Нет, нам ничего не простительно. Нам надо максимально вот стараться соблюдать. И то, что Мухаммад сегодня до такой степени рад, это говорит о его искренних намерениях. Таких алимов в Дагестане, аль-хамдулиллах, есть, Аллах дал. За то, что хоть вы так серьезно взялись за это, и вы намерены дальше распространить, вот за это он рад. Вот это радость, я считаю, ради Аллаха. Вот в школах дети особо баракат не получают. В школах. Почему? Потому что они учителей не уважают. Я это тоже хочу, вот, пользуясь случаем, сказать. Я бы попросил детей, я бы попросил родителей, чтобы они учителям относились уважительно. В этом случае они баракат получат. Как вы получили от своих муаллимов баракат, за то, что вы их уважаете, даже хотите их чем-то наградить. Дуа сделаем, чтобы у вас учеников было десятки раз больше, чтобы вот это дальше распространилось. Это же что распространилось? Соблюдение сунната. А фарз речь не идет, конечно, фарз все совершают. А нам надо и сунаты совершать. И после суннат адаби, все надо соблюдать. То, что алейхиссалату вассалям пророк делал, мы должны делать. У нас есть с кого брать пример, аль-хамдулиллах.